График работы автобусов транспорта Верхневолжья в длинные выходные в марте изменится. С 8 по 10 марта городские автобусы в Твери, Калининском, Ржевском, Зубцовском, Кимрском и Конаковском округах будут курсировать по графику выходного дня. С 11 марта общественный транспорт в этих муниципалитетах будет перевозить пассажиров в привычном режиме. Пригородные автобусы в Кимрском, Ржевском, Зубцовском и Старицком округах 8 марта будут курсировать по графику рабочего дня, а 9 и 10 марта – по графику выходного дня. Пассажирам стоит учитывать информацию при планировании поездок. Отметим, что график выходного дня подразумевает, что на маршрутах меняется расписание и интервалы движения.